Обнажите клинки, соратники! Фрейгулы насмерть будут стоять за королеву льда! Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни! Прибыли наши герои! С их помощью пробьемся через зал! Ты отдал первому снизу, что ли? Розетта был выше, Шадоу Морна и... это... и Сэнс. И меня. Роль? Ну ладно, я следующий игрок. Как пофиг, не надо отменять. Что такое? Причем тут ролл, если у нас типа ГП. Тогда как-то пусть передаст тебе это все. Передай. Не надо, не надо, надо. Пусть будет. Добрый Виталик. Добрый Виталик. Угу. Должен быть хоть кто-то, блядь. Действительно. Все бейте крест, все в крест играем, полностью весь рейд играем в крест. Давайте не крест, а квадрат поставлю, он здесь такой, весь, бейте все квадрат, все в квадрат, без массу, просто квадрат забейте. Сука, прям законтролили, хотел выйти, он приморозил новые, прикинь. Опять квадрат. Точно. Мобы играют ровнее, чем рейд, блядь. Эти декады хила, стоп хила, лизни тотем хила и верена хила. А матрёха что, не выхилила, что ли? И матрёха хила. Ну тогда 5% кита теряю. Неважно, зато мы куча хилов быстрый захил. Ну вот, одна слова. Да давай еще вот оставим. Блем, вот 5-6. Хил у него какой. Ну шаман лучше. Давай лучше матрёха спамим после. Лучше шаман, потому что там из-за таланта хилит лучше. Типа это, исцеление прям. Из-за отсутствующего таланта. То есть это у него же есть этот талант в хиле. Ладно, забей. Ну конечно же, Эршам 5.5 будет лучше, чем Эрдругу 6.5. Не 5.5, но 6К. Там даже если 6К, Эрдру не перехилит из-за таланта пробуждения древа. Такой выходишь, у тебя 21 стак, просто припустим, и пробуждение хилит 100к. Что у друля захилит на 100к? И ты типа хилишь волной на 80, и еще прокает 100к все время. И как друг перехилит? А не перехилит 180к. Глупый крок, ты сам привел мне под... Ну Ваня, ты смотрел мой интерфейс? Интерфейс смотрел? А тебе эти все. Кнопища. Сейчас я музыку выключу. Кого смотрел? Говорю, интерфейс мы смотрел. А, не, я еще не заходил в ВК. Маркус отхилит. Леша, давай заходим. Я смотрел, Виталик. Это ужасно. В смысле ужасно? Это четко, блядь. Прям как у мутанта. Нет, у меня в две строчки все. Какие мутанты, блядь? Че у мутанта?
VPN не рулится, зараза. А есть у кого-то почта? А чё тебе там не нравится, слышишь? Ну там эти иконки, короче, от Эксперна можно... Ну их побольше можно сделать. Так зачем? Ну что ты там не видишь за ШП? Ну за ШП они типа вообще не нужны, их можно выключить. Ну я привык за рейдом следить. И вот типа... Мне больше нравится, когда стандартная раскладка этого... Ну способностей. Там и бред, какая разница. Мне кажется, это ну фан какой-то, это ни чем не аргументировано. Типа, там хиле, берена в хиле, якады в хиле, стол в хиле, сензу в хиле, розета в хиле, гемеопатия в хиле. Значит так, лизни тотем, верена, якада, стол, розета идут в порталы, а гемеопатия и сензу хиле трейд. Сильно засратый интерфейс, как по мне. Так, я вот сейчас поставлю квадрат, вот за квадратом вы будете все летать, и все. Блять, чем засратый? Наоборот, все пусто. А вот раньше был эксперл стоять, как по этим... Иконки новые вот эти вот? Типа, своя иконка, либо цель, когда выбираешь. Все, все готовы, погнали. Багель, ну, ты да, справа, да. Воид, ты слева. Погнали. Бейте там жирно, он слева. Джасер это, блядь. Ну посмотрите, как у Войда в холле плесте в центре экрана, блядь, Вудов. В а центре, где он должен блядь, быть, сука? Экрана. А просто где он должен быть, блядь? В углу снизу, блядь, слева, или чё? У меня слева. Специи нет ни у кого? А где он должен быть? У меня в углу слева. Например. Нет, справа. Блять, ну в центре экрана это, конечно... Не, ну хилбос в центре-то, конечно, круто. Как ты релишь, я не знаю, как ты камеру, наверное, крутишь по бокам, что вот так, оп, оп. В смысле, как он релит? Он тебя нихуя не видит, так и релит. Понятно, что рели по три часа. Так мне видеть-то и не надо, мне надо сам. То есть ты это, вправо-влево или извините, рели будет минут на 40, короче. Так просто по бокам, понимаешь, по бокам. Нет, он просто на ощупь, короче. И ну, тоже он... ничего же не меняется, центр там экрана. Там в середине комнаты никого не видишь, и тебя, значит, тоже не видит. Меня никто не должен видеть. Где там подавление слева? Далеко будете убивать. Славик убедился. Персонажа не удали. Все, пошел удалять. Бейте подавление. Слева, справа тоже бейте. Слышали, что Войд говорит? Пошел кроссовку болеть. Он за базар не отвечает. Ну да, но я ничего такого не говорил. Да, у него, в принципе, как Серсей, ну, мало духа, блядь, чтобы персову удалить, она ж так и не удалила. Не, ну да, Джерри, ну, конечно, кому-кому, Вадим, я думал, она тут сейчас. Таня, как ты без Серсея будешь? Что ты говорил, Ваня? Не, ничего. Это там его духа нам, вот это его духа нам.
Нет, этот кота твоего воняет, так что не заебись. Ты нюхал. Давайте подавление справа. Ну ты нюхал, там, блядь, за километр пахнет. Если собрать записи, три, да просто. Сейчас засадил, блядь, будет. Зажимал, Слепан. Ну что ты делаешь? Что там говорит? Шарта говно воняет у этого, да? Это, короче, то видео видел, короче, самые такие безумные изобретения на Ютубе. Короче, там такая фигня есть, получается, как вот крыса такая. Я руда закидываю эти все, я пою гимн на КП. Да, получается, крипса такая идет, к нему такой маленький крепится. Получается, весь смысл в том, что эта крипса крепится к хвосту собаки. Получается, когда какает, садится, то в этот пакетик какает. И потом крипсу отсоединяешь просто пакетик в мусор. Ну, чтоб, типа, не подбирать. Так взял, сразу выкинул, оп. Бомба. Мой даже клипсы на члене привязан. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Да. Ничего интересного. Роль цвета. Пойду это самое. Поставить и потом мамонта пойду чайный, короче. Если там, короче, там изобретение, если, короче, женщина стоя могла писать как пчела, это как мужчина. Видели такое? Нормальная тема. Я видел это человека, блядь. Ты понимаешь, что ты сказал, как человек сначала? Для походов это вообще интересно. Ну представь, ты где-нибудь отдельно в лесу с каком-нибудь боссом. И надо как-то научиться. Надо Войду такую хуйню подарить, чтобы он мог писать как человек. Как человек, блядь. Отойду недолго. Смотри, ты делаешь. Человек. На 20 минут. Шел. Сан, ты там встал? Пойду писать через изобретение. Чего это обидится, вы знаете, кто его обидел. Ой, блядь, ты меня обидел, ты меня не родился, блядь. Не родился. Обидит. Не родился. Короче, нет ничего дурака. А чё, Джейми ещё не родился? Ну, он умер уже. Видел сегодня в рейде, исчез просто. Всё, там, поставите мамонта. Как охотникам можно было сдохнуть? Шлите в другой уровень. Зачем вы мне пишете? Рольте, блядь, на офспек. Просто тебя хотят, ну что ты там? Я б шею линканул, не... ну какие роли, блядь, Розетта? Во. А почему вы сразу не могли так сделать? Без ГП хотели. Они мне пишут за 10, типа, давай, офспек это и так 10%, блядь, ну нахуй мне, втроем они пишут. Хорош. Но в бан не получал, забагаюсь. Ты что, Вань? Ларин. Ларин, здесь? А ты себе купил изобретение, чтобы писать человек? Конечно. На 8 марта только не дари девушке. Не, у нас, короче, куратор типа говорит, вот у всех девушек 8 марта праздник, а у вашей группы типа 18. Он говорит, ну мы у него спрашиваем, у нас группа мужская. Мы у него спрашиваем, почему 18-го? Он говорит, ну 8, типа 8 марта и палочка. 18 марта, вот праздник. Так глубокомысленно. Так, себе шутейки, конечно, у преподов. Вообще, все смеются, экзамен надо сдать, наверное, никто. Варка скинул.
Так ты писаешь через изобретение? Ну конечно, куда же без него? То есть ты скинул изобретение вот это вот, Серёжка? Мы как бы поняли его смысл. Зачем его вообще скидывать было? Ну, может, кто-то и не понял. Там твои инициалы на нем или что? Да, роспись. Роспись. Пись-пись. А чё у нас не запускается этот? Ну, пока выкинет там Ханта, кто там еще? Сенза. Леху спрессует, типа, что тут просто вышел ссылка. Самогон, приведи еще трэш. Лехус. Это не я приводил. Не ври, я видел, он тебе таргет был в дипроде. Ты кем еще в рейде, псих? Shadow Morn, иди приведи, пожалуйста, трэш. Shadow Morn, пиздобол, блядь. Блин, это пипец. Сенза стоит целка, его не выкидывает. Кто Сенза? Это, короче, смысл в том, то, что у него, может, интернет отвалился, короче, его еще долго не выкинет. Так приведи трэш. Что ты мне прикался? Это не я трэш приводил. Какая разница? Ты можешь другой трэш привести ты? Нет. Не умеешь? Mm-mm. Там слоты освободились или что? Да нет слота, Сенза просто улетел, но сейчас будет слот, потому что я его кикну. Нахуй псих ты трэш приводишь? Ты спецом спекнулся во фраста, чтобы привести трэш? На самом он конечно не может это сделать. Ай, блядь, уронили меня прям пиздец, нахуй, жестко. Да я не пытался. Приятно осознавать, что ты уронил сам себя. Здорово. Типа. Нахуй ты на поле уронил, сука. Отойти нужно минут 7-8, 10, полчаса, час, обед. Ой, блядь. Может, есть у кого-то аккаунт от этого Сенза? Сколько хосты у тебя? А хуй на чё посмотреть? 1642. Сегодня весь рейд лагаю, прям пиздец. Мне кажется, это Алекс равно круче будет. Ты катушку задонатил? Mm-mm. Это первая шмотка, которую 25 гери забрал лучше. Ну потести талисман, ты просто АГП просто словишь, да и все. Так у меня нет Талика. Ну, если выпадет, заберешь. Ну, сегодня я не смогу его забрать. Почему? Шкаф, ну. Потому что Марат уже Талик урвался. Ну, короче, нет, с Таликом намного больше, ну зачем? На долгих боях объект лучше, конечно. На прошлом КД я, короче, ну, вот этим демоном 15-16 добавил.
Это, блин, я был в Твери с нормальным интернетом. Сейчас я на говнокомпе с хуёвым интернетом, и всё лагает, прям пиздец. Виталик, вообще-то на быстрых бэх лучше талисман. Ой, да. Нет, не талисман, а объект. Там КТ сколько? У него 40 или 50 секунд? Виталика? У него был. Нет, до объекта. А объект. Да типа, блядь, ну, не критуешь нихуя без Виталика. Ну, криты за десяток. Сколько у тебя процентов крита? Бля, я не знаю, дайте мне баф. Ну так скажи, сколько? Ну, блядь, без бафов 45. Сколько? 45. Ну под бафами будет 51 где-то. Не, меньше, там 47 будет. Нет, каска 2%, дайте, интеллект и лапка. Каску дайте, пожалуйста. По локу. Инта висит. И лапу бафните. Лапу бафните. Опять же, криты не дает, да? Не. 47%, 46, 98. Это мало. Ну, у меня еще типа... Чё, блядь? Надо пояс нормальный. Тапки нормальные. И запад нормальный. М-лока можно давать 17к. У меня 16 давал максимум. Что-то, кстати, эта хуйня огненная недра хуёво прокает, не знаю почему. Может, ты просто не замечаешь, когда они прокают? Нет, у меня Tell Me When включен. На огненной недре. Прямо по центру экрана эта залупа вылазит. Ну просто хуёво прокает. Забой бывает, ну, раз в три прокнет максимум. Хотя, мне кажется, у меня в 1300 хосты оно больше прокало, блядь, чем сейчас 1600 хосты. А чё, пиздец или чё, блядь? Понимаешь, что Санзов целка и он вылетел? Ты мог вот это качать на единичку, а вот это на двоечку. Серьезно, вы можете исцелить прислужника объемом. Снижает время призыва беса. Так это ж, блядь, и то хуйня по факту. Как если у тебя сдохнет твой пэт, типа, и у тебя не будет мгновенки? Будешь долго кастовать. Так он сдыхает на лече только в основном, больше нигде не сдыхает. Нихера себе. Чё? Ну он сдыхает, и ты, получается, не даешь СПД рейду. Ну так я его резаю по фасту, я юзаю, блядь, господство и вызываю. А второй раз, когда он сдохнет? Он не сдохнет второй раз, а до второго раза она уже откадешься, блядь, у нее восстановление 2 минуты до следующего фаста. Его нету ссылка, если ты туда пошел смотреть. Так там, вон, пародия, если ты зашел, смените его, да и все. Так нет. Сам за целка. Но его нету на боссе, короче, нету его модельки там, понял? Он просто типа там. Но я уже был там. Читать надо. Спасибо, Кокосина. Спасибо. Так у меня вообще норм таланты рассказывают. Благодарю. А то я даже хуй. Да, нормально. Спасибо. Пожалуйста. Я не тебя. Я тоже. Вы на ком там? Благодарен. Мы на Сингл пришли, но не можем запустить ее. Давайте кикнем Мараксуса. Нет, Алик. Как у тебя хлама? Чё? Я не тебе. Вылетел Сэнзо. Все, хорош, давайте сумоним всех. Давай ледяную ткань. Давай, шкаф, Ваш.
Сейчас поставлю. Хорош, хорош. Ладно, пойду чай налью. Давай дренище сравнит. Я зайду, если что, на БДК, могу в БДК потащить. Ну, кого тут еще нет? Сколько контролей у кота? Один с инвиза и стан один, правильно? Больше нету ничего. Нет, без корней, без вихрей. Я спрашиваю у кота, а не как у вас друид. Наскок, типа, растерзаж. Я можешь попробовать камень накрыть и башню. Ой, Дима, заходи на протокол. Нет протокола. Есть у тебя протокол. Тебе он КД. Аккаунт по пресекану. Кому ты, от кого ты разводишь? Он КД. На БДК зайду. Нет, давай на протокол. Да блин, нету протокола второго. Так у тебя этот, блин, как его? Ну, Лошан с КД. Неправда, давай проверим. Ну давай. Мне просто лень заходить. Ой. Все, захожу на БДК. Протопало, потому что он никогда. Да не ссы. Понимаешь, что мне надо сакра, мне надо вся эта параша. Зайди на протопало. Тебе 5 хилов не ссы. Там вещи нужны. Завтра пойдут ссылка, нужны будут вещи на протопало. Какие вещи? На холипала, точнее. Там бомжовый холипал. Здорово, Костя. Если мы сдохнем из-за меня, тогда я зайду на протопала. А так не. Все равно когда не жалко. Ты пугарям будешь рассказывать, что тебе жалко, что тебе не жалко, бля. Ну так, Виталик, тут 70% пугари.
Самое слабое звено. Спасибо. Валера был на БГ, Петросика нам беда. Валера играет? Но он иногда заходит, короче. Они на одном аккаунте. Чё? Пусть Валера зайдет на разозон. Да он в рейды не ходит. Разок сходит. Освобожден, какая магия? Магическая. Ого-хо-хо-хо, блин. Чё, ты заходишь? Да, я зашел на БДК. Как ник? Петросикан как? Сейчас подожди, Валерий, напишу, чтобы не заходил. Блять, какая магия соблюден? Ну не тайна. Темный тайм праздный. Захиливайте, Рай. Уйдите все в квадрат. Не, она бьет, как аркан. Аркан же тайный бьет. Да. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норфудел! Тайная. Становится явно. Но проверять я это, конечно же, не буду. Ну, конечно, не буду. А дайте... Мамонта нет. Давай, пати. По мамонту никак не каплю. Простите, пимпа, пожалуйста, и давайте фулл баф. Снимите Петросикана, дайте шкаф. И что дальше? Агон, ты тут или он? Ну, пимп, ты где, Лёш? Тут. Давай, ты будешь. Бля, да не приходит мне лес, реснить еще раз. Да три раза уже лесли. Дайте ассиста, я ресну его. Дайте фу, вот он опять реснули. Сумани, Джерри. Ждайте шкаф. Ваня, ты тут, дай шкаф. Ставлю шкаф, пацаны. Тыкните. Бенти, бенти. Пайки баф. Вот там едим рыбу. Чек на пул. А, да. Марина, ты в хиле. Все пятая пати хило. Читер. Кого вы кикнули, что вы Марину взяли? Сэнда. Все, все готовы? Отлично, да, тыкните, пожалуйста. Первый танец. Захиливайте, я вас прошу, захиливайте, Рай. Давай запускай войн, где ты там ходишь? А, ну я, короче, первый потанчик. Больше, ХП больше, чем у тебя. Ну, ХП больше. Посмотри, насколько ХП больше. 6 на 5К. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норфола унесут ваши души! Ритал. Дима, ты уйди, зачем получать там маг, Миш? Ибо ваша шалкая магия теперь без... Смотри, мага не стакаем. Кокоси на Зион, Розета, на Наркостол, вот, просто. Мир и тебе, эти там 2 кило маги. Можете лупить, не по-детски, смотрим притяжка. Мне было бы стыдно делить войдом одного босса. Беги, малыш! Все, не бежали, 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 бежали. Вы
чувствуете, как ледяная ладонь кричит смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь весь мир ваше вторжение не окончится! Давайте вниз, Лексус, Розетта, Гемеопатия, Верема, Гефестиум, Капосин. Урод, если умру, ты виноват. Смотрим слева далеко. Так я тоже заметил. Близко. Звезду не бить, все остальные подбивайте. Давайте по центру падай справа. Давайте правый там подбивайте, левый. Слева склепи там. Давайте подбивайте, что вы не подбиваете? Я вас ждал, да, слева, близко. Все, разбивайте склеп и бейте семью. Магию не стакайте. Кумилики все бейте, тут один хил маги. Кумилики тут не бейте. Гефестиум, ты кидаешь фридома на Войт Кнайта всегда. Пока да. За сука он фрус священно делает, Алик. Вот он. Тело, пояс. Ну да, когда на тебя напугивает. Особенно камушки, мастерство хорошее. Бей, сильно, тут только... Один хил освобожденка. Два хила. Два шамана хилят и эрдруг. Ну да, я вижу, и пробиваю тебя. Как хорошо. Даун. Смотрим, Лексус, Розетта, Читерша, Шадоумор, Лизни, Тотем, Азион. Не бить звезду, все остальные до 200 тысяч. Смотрим слева, там уже далеко, в центре, ближе к центру. Справа падает, близко. Там же падает. Склепы, ну там двойные склепы, правый дальний не разбей. Все, разбивайте склеп. Другим на хп. Давайте верим, Сандрибосу, смотрим маги. Магия, не бейте. Милики бейте, там один хил. Можете убить. Холод, смотрим, метка сейчас будет. Смотрим, метка. Под босса, милики нашли. Виталий, подними его. Вставай сразу, блин. Давайте, следующий под босс. Боссы, так же, милики ушли. Не сейчас хватит, давай. Не разбивать. Убивать нет. Беги, малышка, беги! Разбивать нет. Все, матреха под босса ушли милить. Под босса Ира. Как я думаю, ты помнишь, как их зовут? Разбивай. Тоже бабафоб, всех помнит. Акси под босса, милики ушли. Мне кажется, Валера хуй забил на нас просто. Мы ставили, скинули стаки. Ты под босс. Кокосина под босса, тучку упражни, милики ушли. Убивай. Убивайте стаки. Все, давайте под босса.
под боссом от трех Америки ушли. Не разбивать, не разбивать, вообще не трогать. Даже не доток. Смотрим, притяжка. Беги, малышка, беги! Холод. Все, разбивать, разбивать. Разбивать. Метку смотрим. Под босса. Кто там Ким? Разбивайте двойной склеп. Ищи в сторону. В сторону несите. Блудинец в сторону. Давайте все РДД разбиваем блудинец. Все РДД разбиваем блудинец. Убиваем. Пойду ищу под босс. Под босса просите. Дайте ему щиток ДЦ. Милики ушли. Бей. Угу, я понял. Классный щиток от ДЦ. Это что за голову меняешь? Миопатия, дай сейчас зубы на метку. Зубы на метку. На меня. А не, я тучку прожму. Ушли милики. Милики ушли. Скидывать стаки. Не разбивать, не разбивать. Сейчас перетяга будет. Не разбивать. Дайте гимн на ХП. Гимн на ману мозгача. Ой, на ХП. Гимн на ХП мозгача. Все, разбивайте, разбивайте, разбивайте. Какой себе под босса? Милики ушли. Давайте стаки. В следующую сторону добиваем босса. В сторону читерша, читерша в сторону. И бейте все босса, бурстите. Чем на одного БР не будет, да? Скажи, еще завтра сказал, да? А, Талик. Талик. Проти, Талик. Получилось так много. Кто там больше всех? Монаркус, да? Монаркус. Это выше Монаркуса? Где у меня буква Н, говорит? Мораксус, Джерри, Мораксус. Бэтлинка не хил. Ну, с босс. Смотри, кто больше отхилился, я или ты? Ну, ты. Хорош, да? 187, удар с смерти, 169. Я не хилюсь. Я вообще не хилюсь. У меня там что-то 165 тысяч. То ты меня, по-моему, это в символ, что ли. Я когда ДК этим играл, символ поставил на захват. О, тут же надо бить. Да, бля, ну... Пиздец. Негрики, валь! А там был перс? Ой, тут был. Пинеточка. На этом аккаунте. А нет, сука, это на смаш меня был. Ваня, шкаф давай. Видишь, Валя улетит. Ну куда ты бежишь, Гекада? Ну блять, Гекада! Видишь Валю, Настя? Не умирайте как. Как вот ты мобов будешь сейчас ставить? Кто тебе снимал в это скрепление? Можно релогнуться, пока бафаетесь? Да, да, можно. Давайте бафаетесь, еще приду, секунду. В следующий раз на Боровги надо, чтобы справку медицинскую тоже ксерили. Там зрение, чтобы типа нормально. Тесты как прошли, но результаты, чтобы мы тоже видели. Ну ты бы не прошел тогда. Ну я и про то и говорю. Хорошо, что я уже в гибле. Вот сейчас я как бегу, по часовой или против часовой? Хуёво ты бежишь, как всегда. Нахуй ты бежишь.
Суманите, пожалуйста. Потому что вы не знаете, где хочется, где против. Че, никто не знает? Вот как я сейчас бегу, хочется или против часов? Как по. Как чё? Как по. Оп. Опка. Блять, что-то буровить начал. Непонятно. Ой, течет на баф готовность. Блядь, извините. Ты можешь сказать, что ты все время делаешь, Леша? Я сагрил Валю, я повесил на себя СС, побежал на портал, сдох, резнул СС, ну, заюзал СС и жду сумон. Ты видишь, что? Зачем ты на СС КД повешь? А почему ты не побежал вперед на портал? Почему ты побежал назад на портал? Потому что меня бы не сумнуло. От портала стоял лицом, спиной к порталу стоял. Потому что не подумал, да, мне кажется? Ну что, не умеет. Почему меня в бою не суманула бы, а я. А Валька была в текстурах, давай, она меня не била. Ты примешь сумон, хватит базарить уже. Так вы меня не сумоните, бля. Потому что ты в бою суманем. Долбою. Урод. Сука. Дай патить, я уже добежал. Тупой. Гусяра, блядь. Таких гусей еще свет не видывал. Дайте бафы, фун. Помилите, только не улетайте на ловушках, на ловушках, а то заебашу, отвечаю. Заебашу. Джерри, он умеет драться? Лок, лизни тотем, и вся эта параша должна стоять в этой, в квадрате, чтобы я не видел вас в милизоне, а то ГП сразу, сходу. Стали по позиции. Меня задрали эти шаманы и локи, которые стоят в милизоне. Стоите в РДД зоне и все. Присмотрите. Ты тут? Я у прогонов видел тактику, что один хил должен в РДД, в милизоне стоять. Ну что, типа, когда РДД перебирает. Джерион, я офаю, короче, РК, у меня лагает прям пиздец. Азион, ты тут? Да, да, я тут. Да, я тут. Кому СС кидаю? Я еще не сказал ничего, читерша, ты тут, кокосина. Ралли. Монархус. Он уже угорает над ним. Сейчас он к тебе приедет, короче. Сейчас он тебя разъебашит. Ой, блять, разъебашу, говорит. Просто, мотиватор, блять. Нельзя запустили, если шо. Мы тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. А чё, кстати, за сундук тут за троном тут лежит? Я всегда смотрю, не могу понять. В смысле нету? Сундук там лист за троном синего цвета. Хер его знает, что там. Не открывается. Я там хер забирал, если чё. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Чё там, Дима, ты с нами? С вами, чё мне говорить? 8 секунд до пула, пацаны. Дима, ты же знаешь, как танчить 3 вордалака, 1 шаркающий, все, погнали. Я надеюсь, да, смогу. Спасибо. Бей, ты смотришь, извини, перебегай. Только сильно не ругайся, Дима. РДД перебежали. Квадратик РДД. Сейчас заебашь, это все. Чума, без нитота. Где жопа убота? Нет, понял. Милики, милики. А не, протопал, проходимся, проходимся. Вот это ловушка. Протопал, да. Станется. Бьем. Пошли, протопал. РДД. Перебежали все.
сын, чума. Искал, искал. У них хера себе как быстро полетело. Ну, РДД. Полетели. Что это было? Я бы не постоял. И приз остался жив. Ну, пацаны, как летаем? Видел, какая там стрела быстрая была? Какая стрела? Почему все перебегают, а они не перебегают? Какая быстрая стрела? Ну, там реально была стрела такая. Все. Все, блин, падаем, чё вам менять дома? Сзади падаем. Так ты упал первый. К меня не хилили, потому что он сказал падаем. Потому что улетел маг. Я видел, ты стоял на бушке, спалю за... Сейчас в личку скажу. Да. А чё произошло, я не знаю. Это надо посмотреть. Пришёл. Пришёл. Конец. Там еще и валькиры риснулись. Поэтому я останусь на платформе. Фу, слабак. Мать. Так делают только слабаки. Да потом там какой-то лубас сагрит, как обычно. Не останешься бить. ДПС не хватит, копии зажрут, еще потом придется всем резаться. Слово. А тебе нужна пуха с лича? Нет. У кого есть новогодний колпак? Погонять. Стойте, валькирия летит. Сейчас она будет возвращаться, еще раз стойте. Стойте, стойте. Ань, да, возвращается. Подлюка крылата. Ладно, пошли. Гайд, как обходить валькиру. Нормально. Потом прикинь, 2050 год. Пацаны вайпнулись на личе, такие вальки. И тупо никто не сагрил, короче. 25 человек все побежали. Бывает, как на ловушках не влетать. Такого нет. Дайте фулбаф. Нам тут поиграть полтора года осталось. Ну чё? Ну, всё. Чё такое? На офе. Ванилу, ну конечно. Ну потому что ее должны открыть со всеми классами, что сейчас есть. Да. Они не вернут 6 персонажей там. Они все равно напичкают ее нововведениями, как ни крути. Ну про классы хуйню сказал. Ее будут менять, но вряд ли, блядь, пандарена туда. Ты можно релогнуться, пока забегает? Это будет забавно. Или ты думаешь, они прям на базе, типа, ватку за озеро, типа, нет? Да, мне кажется, да. Это бред, реально. Ну, Battle Zero ты играл? Нет, она же не... Очень крутая тема. Демки есть. И что там крутого, что там особенного? Нажмите. Нажмите, и там... Они же срезали все опять к там 1000 хп, там нет уже лямы, блять, миллиарды вот эти. Они что, цепь замкнуть хотят или что, блядь? На босса видел? Там, где типа титаны, как у льду, они сделали, только на другой планете, левой. Ну, круто вообще. Очень сложно, там 5 фаз, блять, короче, каждая фаза по-разному. Да конченым надо быть, чтобы это убить. Давай, не, чё? На Азерот не пойду, на Ванилу пойду. Ну, посмотрим. Это еще 5 дней будем ждать. Да года 2. Да, точно. Ваня, ты тут? Да, я тут. Кому я со скидаю?
Еще никому запустил. Неужели прибыли наконец хваленые силы? Дайте кулак по бару. Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Чё-то я устал уже от этого целка, долго. 3 часа. Давай, пуля. А там сейчас ловушка будет. Вообще треки не пробовали. Милики, милики, милики. И копра можешь, бой. Это пиздец, далеко. Чума. Чума просто. Прости. Ау. И тогда тоже проходим, давай, как квадрат. Встань. Лики. Далеко не надо. Лики, чуть-чуть на ушки. Только Лич стоит там. Осторожно. Спасибо. Тума. Петросикан не спал. Да, ловушка минуту стоит. ТД. И в квадрат. А мне? Стойте, стойте. Где этого носи? Где спал? Где спал? ДЦ, ДЦ, дай зубы ДЦ. А ты да, а ты да. ДЦ, давай зубы на это. Все, да. Бей тебя, че? На 100%? 36. А, да, РДД перебежал. Слава тебе. Кто? Заворачивай. Дай тебе заворачивай. Фредди здесь пойдет. Сейчас чума, смотрим ловушка. Лексус, знаешь, ловушка, это РДД, РДД, РДД. Давай, Дима, уходи оттуда. Шарка, забери, забери шарка еще. Чё, слышишь, забери шарка еще. У тебя есть чума? Да, есть. Дайте дух. К выступлению, Хант, поснимай. Опять хилок, пиздец. Ну, представь, что это локи, которые не вернутся и дамаги мы не потеряем. Спальте, чему с меня. Все. Другого духа поймаю. Либо ты танчи, короче, духов, я еще пойду ловить. Феры, шипы. Посвящаем сферы. Там две сферы. Давай заклевайте этих порталаков. Это дух. Чё ты хилы заклевывают 5 штук? 5 хилов это пиздец для тебя. Качок не спекли. Что у них нету ДД спеков? Попросил бы зайти на кого-то другого. Квадрат, сталь. Сталью квадрат, сирещи. Ну чё это за хуйня? Квадрат, сталь. Смотрим, Вали. Гефестиум кружок станет. Лексус, ромбик, Верена, треугольник. Давайте, стан и валим, стан и валим. Стан, стан, стан. Три вали, стан. Нет, две вали, две вали. Две вали разбиваем только. Станы, алло.
не гневом станет, сука! Денис Оскверненник. Бейте лича. Чё это за параша? Гефестиум точечным станом станешь, понял, Гефестиум? Выноси молот правосудия. Геморос, нет. Нексус, молот правосудия. Да, давайте Геру. Смотрим, сейчас будут валить. Лужа выбегает к трону. К трону лужа выбегает. К трону. Сейчас хватать будет. Кадр. Беда. Валь в центре, валь в центре бейте, дайте стан. Давайте в треугольник, все, в треугольник. Видите, кто улетел? Бейте лича. ДЦ улетел? ДЦ улетел? Да. Смотрим осквернение. Осквернение выносим на край. Осквернение смотрим, читерша. Ну, захиливайте рейд, и стали все в квадрат. Блин, 5 хилов, вы не можете рейд поднять? Стали в квадрат, все речь. Бьем, все три вали бьем. Дайте мы станы. Станы, молодили, где станы? Это кружочек сильнее. Вернение. Вернение, я оставлю на краю. Улетел, пересуните. На рейтрик улетел. Надо, чтобы Виталик застанил кого-то. Трога. Ноль, если будешь станить треугольник. Ты за спину лича. Смотрим, валик. Вали осквернение. Все, две вали, бьем две вали. Две вали бьем в центре, две вали в центре. Потом осквернение вынесли. Ну, сильнее по вали. Шадумор на осквернение. Сильнее в треугольник сильнее, стан. Ясно, бейте лича, бейте все лича. Почти породистый. Смотрим ускорение. Давайте в центр лича веди, веди лича в центр, будут вали. Пробуем монозарейс. Все, мы переводим? Только да, переводим. Смотрим вали, бейте все лича бейте, все лича бьют, дайте станы точные по вали. Хорош, хорош, хорош. Осквернение от бога просто. Заходите, падайте. Спасибо, Войду. Кто из палов гневом со спины станет? Я сейчас узнаю. Так он вокруг вроде станет. Гефестиум, гнев небес 11 раз, если, сука, это ты, тебе кикну. Верена, гнев небес 14 раз. Лексус, гнев небес 23 раза. Итак, но... кто же у нас станет гневом? Лексус. Ты посмотри урон по валям, они просто там потрясают. Я смотрел по валям, смотрю по валям. Я имею в виду, хватало Валькира два раза. Они такие фух, вперед такие фух, это плохо. Гефестиум, ты в РК, ты меня слышишь, Гефестиум? Хочу, чтобы ты вынес точечный стан на панельку, поставил на единичку и станил кружочек, ты понял? Точечный стан вынеси, отлично, теперь... Верена выносит точечный стан на панельку, ставит на единичку и станет ромбик. Верена, ты понял? Теперь будет ромбик. Теперь Лексус выносит точечный стан на панельку, ставит на единичку и станет трусы. Ты понял? Все.
Все три пала убрали, пожалуйста, нет небес с панели. Просто убрали, выкинули, чтобы я не видел. Не дай бог, у кого-то у, сейчас на трае у какого-то пала будет гнев небес. Не дай бог, кикну с гильдии нахер. Че, провода нет? Ну, кикну с гильдии, это лучше, чем разъебашу. Там, по-моему, барагоны говорили, типа, точечные дают там на первую, а на вторую, типа, они КД же точечные, да? У барагонов гнев небес не откидывал валь вперед на несколько метров. Он их станет. Поэтому у нас... нужно качать таланты под сакру. У нас гнев, когда лупашишь, они, ты видел, они вперед блинкуются прям, переносятся прям валь. Такого быть не должно. На X5 тоже не дают точечные станы, но у них и не происходит тоже такого блинка, как у нас. Там просто по очереди гневом лупашат. Как же Диминишинг? Кто последний, у кого есть ДД? Так оно то же самое получается. Какая я могу на Креста зайти, или на Лока. Кто нам нужен? А кто уходит? Да у нас 5 хило, понимаешь? Да. Ну давай. Ну давай, блин, заходи еще пара, заходи. Ну 5 это громко, там 3 хила. В смысле, кого ты не считаешь, алло? А кем Лола играет? Ретру. Макси? Да. Ну короче, Макси это раз. Оп, это два, гемиопатия это 3, там даже считать не надо. Там Розета не хилит, 1.6 хила это не хил. Дайте, пожалуйста, фулл баф. Простите, если не пришла. Я сказал, не дай бог я увижу гнев в любую точку, без гнева. А как без гнева? Выкиньте гнев с панели, да ебай. Выкиньте гнев с панели, просто выкиньте, забудьте. Сестрога, есть код. Так они улетят же, блядь, ты чё? Горит? Кто? Ну Валь. Если нас я уже скинул рекаунт. Я уже скинул рекаунт, ребята, увижу гнев, заебашу. Вы станете точечно Вали. Еще раз говорю, Гефестиум, кружочек, точечный стан. Верена, ромбик, точечный стан. И Лексус, треугольник, точечный стан. Вальки появляется, типа, появляется Валя, должно быть стан. Потом Валя вторая спускается стан, третья Валя спускается стан. Они все должны быть в центре, не дай бог они сделают хотя бы метр. Пора учиться играть своими классами, а не дрочить на них. Вой, ты понял, блядь? Понял, понял. Ладно, пацаны. Сейчас паладина буду качать, короче. Учись, сука, играть своим классом, блядь. 6 лет прошло, не умеет нихуя, блядь.